забыла свет включить. Короче, пришла очередная по новой почте с Алиэкспресса, вернее, с Киева этого. Легче так порвать. С Одессы мамы. Ну и как разорвать. Как почта, блин. Вот, да, распечатывается как он. Инструкция присутствует. Так, так, ладно. Вот он сам. Вот Dax. То есть можно и проверить, как она будет работать. Так, чтобы все не обманули. Вот так вот открывается. Еще не все. А, ехе. С другой стороны. Вот, сюда пакет ложится. Сначала туда этот засовывается хавчик. Да. Это надо, чтобы попало, наверное, и туда, и туда. Потом закрывается. Нажимается кнопка, запаковывает. Открываем. И готово. Продолжаем обзор вакууматора. Значит, вот красная рыбочка. Сын засолил. Все знают, сколько она стоит в магазине. А так тушку купил, разделал, засолил. В разы получается дешевле. Значит, кулечки. Сам вакууматор. Значит, получается здесь толщина вакууматора. И кулечек, он получается, перегинается к столу. Поэтому подложили крышку от этого Симакса. И на ней как раз будет почти вот вровень получается. И будем сейчас вакуумировать. Вот ложится, значит, разворотом или как отверстием в серединную часть вакууматора. Закрывается крышка, защелкивается. Кнопочка зелененькая нажимается, с лампочкой держится. Вот начинает все это дело вакуумировать. Как завакуумирует, значит, должен, вот, было красное, зелененькое загорелось, сейчас должно запаять. Немножко серединную приоткрываем, чтобы воздух пустить, там же, вот, воздух зашел, вакуум, чтобы не был там. Вот оно все завакуумировалось. И это ложим в холодильник, в морозилочку. И вот таким образом она у нас долго сохраняется. Все. Вот этот кусок приблизительно даже получается, наверное, долларов 5 стоит. И вот сколько здесь кусков, а это все обошлось вообще там пшик. Так что, кому нравится, по ссылочке можно купить. Кто круче, значит, можно и за 50 баксов купить. Эту я ссылочку кину. Ну, все, больше рассказывать не о чем. Все, счастливо всем, спасибо за просмотр.